Итак, встречайте, человек, которого вы так ждали. Король Высокоморья. Вас называют борцом с капитализмом. Да я почти святой. Это Ник, он ведет хронику моей жизни. Он слишком любит деньги. Он выплатил себе и своей жене 1 200 000 000 фунтов. Это все только ради вас. Не буквально, но... Спасибо. А вы модельер? Да. Вы думали, что я выгляжу как модель? Конечно, нет. Нет. А вы ничего так. Он начинал с самых низов. Сколько в среднем получают в Шри-Ланке? 50 пенни в день. Представьте, сколько платьев в день они могут сшить. Он хамло. Кивни и пожми руку. Он паразит. Он мошенник и не плательщик налогов. Да пошел ты! Взгляните, кто может купить такую красоту? Я и только я. Мы работаем над этим проектом больше года. Ему это надо, чтобы восстановить репутацию. Все ради имиджа. Крутые яхты, модели. Все это часть бренда. Насколько все плохо? Да кто это будет читать? Просто дешевый пиар. Да, только я тут полный дурак. У Анжелины теперь есть шанс. А у Шерон нет. Надо найти двойников. Простите, вы спятили? Это близнецы. Вот Саймон Коул. Хорош, да? Да. А этот словно родной брат Рода Стюарта. А это Джордж Майкл. Джордж Майкл мертв. А зубы вставные? Ну-ка, вы... И хватит пялиться на меня. Я смущаюсь. Нужна шумиха. Бизнес любит шоу. Зачем тебе лев? Для боя гладиаторов. Это Фуксия? Да, Фуксия. Фуксия, не подойдет. Сделай, чтоб подошло для меня, сделай!